Друзья, здравствуйте! Мы с вами ведем этот репортаж из итальянского ресторана небольшого в городе Mountain View, что в Кремниевой долине, Калифорнии. А это тарелочка просто на стене. Я, так сказать, для итальянского флейвора, так сказать, оттенка ее снимаю. Вот. А так вообще здесь очень итальянско. Вот, пожалуйста, знакомые всем нам пейзажи. Ну, кто там, может, бывал, а даже если не бывал, а просто на Ютубе. Вот. И водичка шумит, слышите, вот. Поют по-итальянски. В общем, все как положено. Сейчас у нас 4 часа дня, и мы тут не просто так, мы с целью. Почему мы тут в 4 часа дня? Потому что до 3 часов у нас уроки в школе, и мы не могли бы собраться, поэтому мы собрались после 3 часов, а если быть точно, вот в 4 и собрались. Люди смотрят, видите, меню изучают наши сотрудники, изучают меню. Они любят итальянское у нас. Ой, любят итальянское. А я, друзья, сегодня совершаю подвиг. Подвиг состоит в том, что я на диете, на строгой, теряю вес, вот, но не теряю сознание. И, соответственно, значит, я буду просто вам кино снимать и попивать водичку. Вот. Бедный. Да, в жизни всегда есть место подвигу. Даже в итальянском ресторане. Да. Вот, Жанна, это очень хорошее добавление, чтобы я так жил, да, как ты права. Вот, а это виновник торжества у нас Дэвид. Да. Так, Дэвид у нас... Почему, в чем он провинился? Значит, он 10 лет у нас тут работает. Непрерывно. То есть он где-то еще работает, а у нас так подрабатывает, так сказать, вечерами. Для души. Для души. И вот выяснилось, что 10 лет. Ну и вот мы ради этого и собрались. Правда? Мы сегодня собрались, потому что у нас такое очень большое событие. Дэвид наш работает у нас 10 лет. Я хочу сказать, что нам очень повезло, потому что он удивительный человек, он интеллигентнейший, умница большая, никогда не выпячивает, никогда не показывает, что он какой-то особенный. Хотя он особенный. Да, и я хочу пожелать вам большого здоровья, сказать, что мы все вас очень любим и ценим. Да. И это не просто удовольствие, это привилегий работать с вами. Привилегия, да. Да, привилегия. Друзья, хочу сказать еще, что Давид является одной из звезд Ютуба. Если вы пойдете на сиквел там поищите, то он там вообще звездит не по-детски. Вот, и так как бы... А я так когда-то повесил, знаете, без всякой задней мысли, думаю, пусть висит про сиквел-то. Вот, а народ оценил, поперло, и поперло, и поперло, и поперло. Спасибо. Так, видите, чем мы... Что мы пьем, друзья? Что мы пьем? Сок пьем. Воду пьем. Воду пьем. Ой, а я пью минералку. Что касается еды, друзья, пока что вот тут булочки с маслицем. Да. Чтобы вы enjoyли его. А, и тут уже пришел сувенир. Ну-ка, так, давайте, конечно. Весь мир наблюдает, вся планета. Это литература художественная, которую не читают вот так привычным образом, друзья. А ее вот так вот употребляют. Тут есть ниточка. Должна быть ниточка, так раз до нее. И это произведение выходит наружу. За ниточку. Нет, наверное. Окей. Ну, можно и так тоже. Можно и так. Вот произведение. Вау! Вау! Да. Алавара. О! Так, пошла еда. Спасибо большое, ребята. У Натальи суп мини-строни. Так. Салатик. Салатик, это хорошо. Тут у многих салатик. Салатик. Я думаю, что хороший салатик, правда? Все свеженькое. Овощи, это самое. Овощи, сухарики. Хорошо. Значит, друзья, краткая характеристика блюда. Что это? Это скампи, большие шримпы. Так. И всякая морская еда, я так понимаю.
Хорошо выглядит. Анна Леонидовна, охарактеризуйте предмет. Как какой-то качаторий. Ну так, что же это, не там в курсе? Я не в курсе, да. Тут, по-моему, мясо какое-то. Чикен с нудлс и с какими-то грибами, маринара, сос, в общем, соус. Ну, и... Можно жить, короче. Да. Это София, с одной стороны, мы видим, что это баранья ножка. Да. Это... С другой стороны, название у нее осабука. Итальянская. Лучше. Это лучше всего. Да, барашка здесь хорошая. Но что сказать, это что такое? Карбонара. Карбонара. А по сути? Бекон, вермишель, сыр, так. Яйцо, какой-то соус. Там. Так, у вас баранья ножка, как у Софии. То же самое. Друзья, а вот этот вулкан гастрономического разврата называется как? Экплант пармезанья. Баклажановая, запеченная котлетка в сухарях, в соусе. С пармезаном. Да, с макарончиками и боже, с зеленью. Боже, рыба, боже. Наталья, что это за лингвини? Лингвини санте. Так. Шримпс. Сифуд, курбардовая, в общем, тут есть над чем работать, да. Короче. Может показаться, друзья, что мы там сутки просидели. Нет, просто быстро темнеет. И пришли мы к 4, а в 6 часов у меня онлайн-класс. И вот наш иммигрантовоз там стоит. Сейчас я в него загружусь и поеду в офис, потому что надо собирать народ, разослать приглашение, и вот в 6 часов начнем. А сейчас что-нибудь там в районе половины 6. Счастливо!